it. Good to see you alive, Jarl. We retreated as soon as they started winning the battle in the village. We lost many good men in there, and many were taken hostage. Tonight, they dine in Valhalla. Look, it's our scout. He's back. I found food supplies. There is a farm and a hunting hut north from here. If we plunder both places, we will have food for many days. We cannot go. We need to patch our wounds. Take care of your warriors, brother. I'll get those supplies. Ну что ж, добро пожаловать, дорогие мои зрители, с вами Борода, и мы продолжаем проходить эту чудесную игру. Кто не посмотрел первую часть, ссылочка на первый видеоролик будет в описании, ну а мы продолжаем. Вторая глава, ребята. Так, собрать пищу. Ну что ж, пошли соберем. Отряд из 3 копейщиков. Это крайне мало, мы сами прекрасно понимаете это. Посмотрим, что мы сможем с этим сделать. Так, идем вперед. Мне отмечены угодья. Отмечена каждая из точек, так, которую я должен разграбить. Так, стойте, там кто-то идет. Не дайте ему поднять тревогу. Его нужно убить раньше времени. Устроим засаду в этих кустах. Хорошо, нам предлагают разделиться, но мы этого сделать не можем. Мы должны устроить засаду, крысу, так сказать. Переходим через угодья и будем наносить удар в спину. Хорошо, поехали. Так, мы с легкостью его убиваем. Практически с легкостью. Вот сейчас он помер. Хорошо, разграбили, и можем идти дальше. Нас обучают, нам показывают все преимущества, нам показывают, что и как здесь можно делать, куда заходить, как поступать в той или иной ситуации. Да, первая глава такая была более обучающая, но во второй нас все же продолжают учить и рассказывать плюсы и минусы данной игры, чтобы можно было разобраться. И мы были подготовлены к тому, что нас ждет дальше. Хорошо. Вроде как... Стоп, 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 стоп. Как нам туда попасть-то? Здесь нету врагов? Оу, целый отряд. Стойте, кто-то идет. Сильный отряд, должно быть их лагерь где-то неподалеку. Спрячься в кустах и подождем, пока они пройдут. Да, иногда лучше избежать боя и остаться здесь. Смотри, они бегут и просто ломают все на своем пути. Прикольно. Заборы ломаются. Сено разлетается. Жесть. Хорошо, вроде бы как мы все делали. Мы можем двигаться дальше. Мы обошли один из отрядов. Хорошо. Идем к следующей отметке на карте. Смотрите, брошенный лагерь. Отличное место для привала. Оу, щет. Так, а это наши плененные. Великолепно. Сейчас мы пополним свой отряд, друзья. Так, похоже, наших союзников куда-то уводят. Так, вот этих мы должны убить, мне кажется, или нет? Нет, не убиваем. Оставляем их. Ладно. Хотя их, да, их можно было, наверное, мне кажется, убить. Отряд все-таки небольшой. Продолжаем идти дальше. Так. Здесь никакого действия нельзя проделать. Следую вслед за заключенными. Все-таки замечен отряд противника. Какой отряд противника? А мне он зачем? Нет, он накой сдался. Утерял своих бойцов. Я думал, может быть, на нашу базу нападают. Но нет, там все в порядке. Так, и что мне здесь делать предлагаете? Просто наглую атаковать или лесом обойти, может быть? Так, уничтожьте войска противника. Вот Ну, давай попробуем. В принципе, 2 в 3 это не так сложно. Я надеюсь, и мы не умрем прямо сейчас. Хорошо. Вроде бы как разбиваем, но я теряю одну из единиц. Да? Да, мы справляемся. 3 бойца Нет, я потерял одного из бойцов. Черт возьми. Это плохо. Одного из бойцов я потерял. Пытаюсь держать свой путь дальше. Здесь один боец. Нам надо отдохнуть и залечить раны. Хорошо. Надеюсь, эти ребята меня не засекли. И все будет хорошо. Я так понимаю, мне надо было ранее разбить лагерь, чтобы действительно залечить раны. Да. What the fuck? Уходим, уходим, уходим! Блять, поц, уходи! Еще бы чуть-чуть, и мне кажется, мы бы влипли. Нас бы все-таки засекли, и мы были бы в лютой заднице. Так, ну давай здесь палатку сделаем. Залечим свои раны. Так, все, отлично. Лагерь отключен. Мы залечили свои раны. Правда, я мог, наверное, не потерять одного из бойцов. Тогда было бы все гораздо лучше. Так, хорошо, лесами, 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 чтобы нас не увидели. Блин, а здесь целых 2 бойца. Fucking shit, походу нас засекли. Нет, они засекли нас или нет, я не пойму. Потому что если они нас засекли, то мы в заднице. Смотрим, подпалят они или нет что-то. Сигнал будет, не будет. Или они просто осматривают территорию. Не, они, слава богу, они просто осматривают территорию. Сейчас они будут выходить на наш круг, и мы их просто убьем. Да? Да, ребят, вот сейчас это надо делать. Вот сейчас прямо вылетаем и убиваем их. Смотри, просто сразу мы убиваем одного и убиваем второго. Тут была засада на нас. What the fuck? Где они взялись? Вы посмотри, это была неожиданная засада из кустов. Точно так же, как сделали это мы, так же сделали и с нами. Обалдеть. Это жестко. Это очень жестко. Но мы умудряемся дальше разграбить все. Хорошо. Наши бойцы. Это же Хёдр. Бедняга, похоже, его отряд заблудились, отступая от берега. Похоже, они хотели раздобыть еду, но попались британцы. Глупцы. Похоже, они хотели... Постойте, тут кровь. Может быть, кто-то выжил. Надо проверить. Давайте посмотрим. Возможно, и вправду кто-то из наших выжил, и мы сможем все-таки пополнить себе отряд, потому что одного из бойцов я потерял. Мне не хотелось бы его терять. Я хочу восполнить себе отряд. Так, по следам крови иду. Давай, 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 давай. Куда нас это выведет? Копейщики, мертвец. Один из наших братьев убит проклятыми британцами. Его еще и повесили, представляете? Свен. Это был его первый набег. Ублюдки. Должно быть, он бежал от христиан, но они его все равно догнали. Может, они пошли другой дорогой? Зачистить лагерь противников. Легко тебе сказать, кому найти другой след. Хорошо. Давай посмотрим, что у нас тут еще есть по следам. Да, вырубанные деревья. Хорошо. Это наш новый след. Готландский топор. Так. Должно быть, мы уже близко. Двигаемся дальше. Так, что у нас здесь? Это лагерь. Британцы. Должны быть наши братья у них. Мы должны их вытащить. Их слишком много. Надо уничтожить отряды по одному. Как нам это сделать? Если мы подожжем эту деревню, кто-нибудь непременно придет. Ну что ж, окей. То есть, получается, нам надо поджечь одну из деревень, чтобы выманить их. на себя. Давайте попробуем. Так, зачистить лагерь противника, домов сожженных. Так, устроить диверсию. Хорошо, пошли. Это не так-то легко на самом-то деле, как им кажется. Нет, 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 нет. Нет! Вот бич. Походу нас засекли. Все, мы мертвецы. И я сделал что-то не так. Хорошо. Пробую еще раз. Соло. Так, сможем мы ее поджечь? Нет. Что-то не поджигается. Где-то здесь мне показывали вроде как деревни. Вероятно, да, вот эту надо было сжечь и потом... Ай, это плохо. Сделаем лагерь. Ну, я не уверен, что теперь с одним бойцом это можно будет сделать. Я, конечно, постараюсь. Что-то мне подсказывает, что с одним бойцом нереально будет теперь выполнить эту миссию. Сейчас мы это тогда подожжем. Одиночку очень сложно, но я пытаюсь это сделать, чтобы отвлечь от себя врагов. Так, хорошо, есть телега подожженная. Блин. Так, ну что теперь? Домов сожженных. Один из двух. Нужно еще один сжечь. Нужно как-то пройти к следующей телеге вон. Так, хорошо. Тихо, 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 аккуратно. Чтобы нас не засекли. Поехали. Поджигаем вторую. И должны сюда сейчас прибежать ребята. Давай, 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 тихо, тихо, тихо. Отступаем, отступаем. Уходим, 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 дружище. Но здесь просто не было безопасных этих кустов. Куда ты убежал? Васа! Васа! Куда ты дропнул-то, ты придурок? О май гад, куда он дропнул? Дебил. Боже, он домой бежит? Серьезно? Он просто дропнул, ребят. У меня нету слов. Он не управляем. О май гад. Это наши. Здесь были наши воины. Так, что же произошло? Так, наши бесстрашные воины пойдут вместе с вами. Так, ну ладно, нам пополнили отряды, хорошо. Это неплохо. Он побежал тогда не просто так, он пошел за помощью. Обратно с тремя воинами играть можно, мы это уже пробовали, у нас неплохо получалось. Так, можно этого убивать. Хорошо. По одному, один в три, просто изи. Так, убиваем, убиваем, давайте. Хорошо, у нас нет на это времени, поэтому ускоряемся. Сейчас мы быстро подожжем вторую деревню. Так, что у нас тут за отряд идет? Так. Прежде чем мы пойдем дальше, нам надо отдохнуть. Не охренел ли ты часом? Так часто отдыхать. Так, псы какие-то, ну их нахрен. Надо аккуратненько это все обходить. Вроде бы вражины пока я не вижу такой. Но вот этот дом все-таки надо сжечь. Давай, вот так. Я не сможем втроем его быстро убить. Так, тут только фермер и все. И главное, чтобы тот не дал тревогу, потому что это будет просто жесть. Прибегут еще ребята. Хорошо. Отходить. Так, должно сработать. Хорошо, мы отходим. Сейчас сюда должен прийти вражеский отряд, чтобы отвлечь. А мы должны освободить еще 3 союзников. Так, вот, отлично, мы как раз таки в разменку пошли. Тихо, тихо. Не спалиться, не спалиться, не спалиться. Хорошо. Так, у нас там один стражник остался, и вроде бы как бы все. Так, по лесу я пытаюсь как-то обойти, но нас здесь особо негде обходить. Так, вот эти стражники, поэтому делаем натиск, убиваем их сразу. Так, я сейчас опять могу потерять одного из бойцов, даже 2 могу, очень сильно их ранят. Нужно было залечить раны все-таки, как мне и рекомендовали до этого. Но я не стал, это все затраты по времени, мы стараемся делать ролики не сильно большими. Так, это мой боец. Да, это мой боец. Да, я потерял одного из воинов и второй в плачевном состоянии, но... Я должен вернуть себе как бы еще плюс 3. Так что ну, в размен идет. Хорошо. Ой, это лучники. Великолепно. У нас полноценный большой отряд. Осталось еще 2. Хорошо, вперед. Ну, с таким отрядом-то можно работать. Слушай, уже можно и повоевать, мне кажется. Давай попробуем. Полноценно нападем и уничтожим. Так, здесь идут 2 человека. Мы их сейчас так слегонька напугаем. Думаю, им понравится. Просто великолепно. Они моментально умирают. Мне кажется, надо восполнить жизнь своему отряду. Я не хочу их терять. Давайте поставим, чтобы они восстановили себе жизни. Так. Хорошо. Хилятся. Вот, полностью. Полноценный большой отряд. Теперь можно отправляться дальше. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Так. По охране. У нас показывается только несколько стражников, что ли, и все, серьезно. О, отлично. Так, теперь мы сжем эту деревню и выманиваем точно так же, как мы это сделали до этого. Несложно, мы уже научены, у нас есть опыт, мы проверили, что у нас... это получается, с этим все в порядке. Замечен отряд противника, хрен с ним. Так, вот первое. Быстренько подожжем. С кустов, так сказать. Давай. Это будет очень быстро, просто секунда дела. Хорошо. Мы это сделали. Обойдем. Пока будут заниматься одним деревом, мы уничтожим второе. Так, мы там... О, черт возьми, у нас проблема. А все-таки нас засекли. Так, мы тут пытаемся дать отпор. Я бы вообще просто ушел на самом-то деле, отступаем отрядиком. Да, зачем нам тратить время, зачем подвергать атаке? Тихо, тихо, что я назвал? Отступить на базу? Нет, стоп. Надо отступать на базу. Да остановитесь. О боже, как меня это раздражает. Да куда ж ты нахер побежал? Хорошо. Вот. Я заменил. Отлично. Все. Меняем специализацию, и тогда мы можем нормально себя чувствовать. Нам не надо вот это сковыркиваться и материться здесь, пока они будут бежать, хрен знает куда. Потому что это, конечно же, бесит. Я не хочу, чтобы так было. Так, надо выбрать нужную позицию. Убить стражника. Хорошо. Это не тяжело. Главное, чтобы отряды не вернулись сюда. Все будет тогда отлично. Ох, как наших ребят-то разносят. Надо похилиться. Так, один из воинов умер, к сожалению. Так, лучники слабо помогают. Давай, 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 отлично, воин умер. О, да, детка, это то, что нам надо. Давайте мы здесь прям такие лагерь организуем, чтобы захилиться. Хорошо, наши отряды готовы. Отправляемся дальше. У нас осталась еще одна точка, еще одну позицию нам нужно захватить и восполнить полноценные себе отряды. Мы придем домой, и мы будем не только с пищей, но мы еще будем и с бойцами. И дальше мы будем готовы к тому, чтобы идти в полноценный бой, в котором, надеюсь, мы одержим победу. Так, вражины пока не видно. Так, тихо. Стоп. Идет небольшой отряд вражеский, который, я думаю, можно убивать. У нас несколько отрядов лучников. Так, а вот отряд побольше, конечно, это плохо. Хорошо, поехали. Главное, чтобы эти ребята не вступили, но они, мне кажется, сейчас вступят. Да, они вступают к нам в бой. Это плохо. Мне нужна помощь. Так, боец сразу же умирает, черт возьми. И лучники, лучникам там не очень попадает. Я хочу лучников отвести, чтобы они прикрывали все-таки издали. Им вперед идти не нужно. Стрельба по своим — это плохо. Я убиваю своих. Это очень дерьмо, хорошо. А обратно-таки отряд должен вылечиться. Разбиваем здесь лагерь. Надо меньше вступать в бои. Этот бой был все-таки бессмысленным. Мы могли справиться и без него. Это было бы неплохо. Так, я вступил в бой, я потерял несколько бойцов. Мой отряд стал слабее. То есть, если можно избежать боя, нужно все-таки избегать его. По крайней мере, на начальных порах. Когда, мне кажется, каждый воин все-таки на счету. Где здесь будет у нас деревня? Сейчас нам должны показать, откуда я смогу стрелять. Кажется, сейчас будет немного сложнее, но должно быть. Здесь вот прям придется спускаться. Видите, какой узкий проход. Не так все легко получается. Вот говно. Здесь нас сейчас и разобьет. Может, мы отступим? Нам не дает отступить. Тихо. Да боже мой, опять то же самое. Ох. Остановитесь, пожалуйста. Где ваша блядская специализация? Как ее поменять? Ну куда они бегут? Вот куда? Ну они сейчас всех на себя назовут. Ну вот смотри, сейчас этих зацепят, тех зацепят. Зачем это? Как это отменить? Вот, все, они отошли. Теперь нам обратно идти. Вот момент с отступлением очень такой бредовенький, мне не нравится, как он работает. Все-таки хотелось бы, чтобы у нас была возможность останавливать отступление тогда, когда нужно это мне. Чтобы я остановил и пошел обратно в наступление. А в итоге мне приходится очень долго ждать. И я не считаю, что это то, что прям вот необходимо. Дальше мы опять вступаем в бой. Который тоже, ну, он не был необходимым. Можно было обойтись без него. Как на какую-то деревушку тоже непонятную я попал. Как, зачем? Она на карте вообще, в принципе, не была отмечена. Сейчас я иду прямо на нее, получается, потому что я прибежал с этой стороны. Откуда-то, значит, где-то она здесь обратно размещена. И сейчас я на нее должен... Вот, да, я на нее не хочу выходить. Нужно как-то посмотреть, как ее можно обойти. Будем обходить через низ. Вот, отлично, есть вот возможность такая. Так, хорошо. Главное, чтобы нас не засекли. Так, здесь даже трава есть. Отлично, вот. Вот как можно было обойти и выйти на... Тут или нельзя здесь выйти? Здесь нету прохода, серьезно? Какого хрена, боже мой. И что, мне вступать с ними в бой? Нас же штука убьет просто. Да, я смогу по чуть-чуть вот так вот вырезать, выбивать, но мне кажется, это Unreal просто. Каким образом я должен буду это сделать? Если я вступлю сюда в бой, то меня сразу же убивают, получается, правильно? Надо сохранить эту долбаную игру. Хорошо. Чтобы, если что, я смог восстановиться. Плюс таких игр в том, что здесь есть такая возможность. Чтобы немножко отойти. Чтобы сейчас резко вылететь. Ой, этот отряд. Отлично! Вроде как тревоги не было. Я смогу пройти. Да! Вот оно! Видишь, аккуратненько я смог пройти и сделать то, что мне надо. Я получил еще один дополнительный отряд щитоносцев. Боже, как это круто. Вот это приятно, на самом-то деле. Хорошо, значит, надо куда-то в эту сторону идти. То есть, если бы я захватил еще параллельно несколько деревень, я бы смог освободить еще себе отряды и пополнить их. Блин, надо это сделать. Вот ту деревню, которую мы видели рядом, надо это сделать таким вот самым макаром, как я сделал здесь. Освободить ее и забрать себе еще отряды. Это ведь круто, ребят. То есть халявный отряд бойцов не лишний. Никак. Так, не стреляйте, я тоже нормальный. Мне удалось бежать. Где остальные? В другом лагере, чтобы их освободить, вам понадобится вы, да еще вам надо спешить. Британцы хотят их сжечь. Вот черт. В натуре хотят сжечь. Смотри, что творят. Вот же ж ублюдки. Кошмар. Я должен им помочь. Это моя роль. Это мое предназначение. Я должен его исполнить. Хорошо, вперед, друзья. Вперед, их там немного. Или много. Не знаю, может быть и много. Надо все-таки аккуратно это сделать. Тихо, 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 тихо. Прячься, прячься, блин. Вася! Хорошо. Вроде как спрятались. Сейчас один хороший залп, и он умирает. Давай. Отлично. Пошли дальше. Лучники в такие моменты реально решают. Это круто, что они у меня есть. Так, сжигаем эту телегу нахрен. Все, уходим обратно. Мы бесшумные воины, мы воины ночи. Нам не надо палиться. Тише будешь, тише едешь, дальше будешь, как говорится. Давай, иди сюда, парнишка. Здесь я подожду, окей, да. Хорошо. Вот так мы не должны спалиться. Сейчас только он выходит в зону досягаемости. Вот. Хорошо. Не должны были поднять тревогу, на самом-то деле мы... Или подняли. Че, подняли? Серьезно? Я не думаю. Мне так не кажется. Отлично, мы их обыграли. Надо отменить эту херню. Ну, в принципе, это небольшой отряд, что мы с ним должны справиться. Что-то у меня щитов немного в этом отряде осталось. Это плохо, я бы его пополнил. Хорошо. Восстановим жизни и пойдем убивать этот отряд. Вот здесь горят мои ребята. Надеюсь, я успею. Так, все, все выжили. Отлично, вперед. стражников вроде бы не осталось. Надо полностью обойти, обсмотреть. Так. Давай-ка люто нападем и надерем им жопу. Хорошо. Просто нападение с тыла. Застали их врасплох и половину разбиваем. Вот говно. Они подняли тревогу. Представляете? Что, здесь слишком много или нет? По-моему, здесь не так и много. Мы должны выдержать эту атаку. У нас-то больше. Хорошо. Здесь мы совсем справились. Больше отрядов нету, что ли? Наши бесстрашные воины пойдут вместе с нами. Еще отряд лучников. Хорошо. Годрика мы получили героя нового. О, да. Великолепно. Новый герой. Это всегда кстати. Это очень круто. Мы получили Годрика. Мое имя Годрик. Возьмите меня с собой, и я вам помогу. Покажу лагеря. Мы можем пойти туда и забрать все их ресурсы. Хорошо. Это очень хорошо. Так, наша новая задача — это захватить лагерь лесорубов и, конечно же, защищать Годрика. Нельзя потерять этого парня. У него жизни много. Давайте восстановим ХП, разобьем здесь лагерь и сможем идти дальше. Тем более я почти потерял отряд копейщиков. Это могло бы быть очень печально. Но благо все хорошо. Тем более и лучники прямо сейчас вот идут, все поджигают. Хорошо, уходим. Так, это должно отвлечь чье-то внимание. Но это явно не для нас. Я не полностью восстановил хпшку. Наверное, запустить надо еще раз лагерь. Мы уже приблизились к врагу. Блин, 30 минут это идет. Охренеть. Очень разбиты мои щитоножцы. Но каким-то чудом они все уцелели. Несмотря на то, что практически ни у кого не было хп. Это очень классно. Хорошо, идем дальше. Вот этот лагерь нам нужно захватить. Так. Лазучик, рад встрече. Я видел отряд британцев, идущий сюда. Они хотят лишить нас деревни, необходимой для ремонта кораблей и строительства. Мы должны любой ценой сохранить лагерь лесорубов. Хорошо. Лагерь лесорубов надо сохранить. Забирать вот это можно, пожалуйста? Отлично, древесина нам понадобится. Нам уже об этом сказали. Куда мне отправляться-то дальше? Давай. Или мы просто сдерживаем защиту именно здесь и все. И это все, что от нас требуется. Ну, хорошо. Собираем все, что здесь осталось. Отлично. Так, подготовить засаду. Постройте ловушку. Ну, давай. Давай построим ловушку. Ловушку мы еще здесь не строили. Так, я хочу разместить ловушку. Хорошо. Размещаем здесь ловушку. Сейчас посмотрим, как оно будет выглядеть, что оно вообще даст. Но я так предполагаю, это какая-то яма с кольями. Но должно быть эффективно. Хорошо, да, мы видели это. Довольно долгое строительство, если честно. Я думал, это будет быстро. Ну, на эту миссию у меня уже ушло, друзья, 33 минуты. Думаю, за 40 минут мы ее выполним. Минут 7 еще осталось, плюс-минус. Кстати, как тебе эта игра? Напиши обязательно об этом в комментариях, интересна ли она тебе. Хочешь ли ты больше стратегических игр или больше шутеров, сурвайвалов? Пиши об этом всем, это всегда очень важно. Почти закончили, осталось процентов 70. Точнее, 70% уже выполнено, осталось процентов 20-30. У меня один отряд получил уровень. Да? Стой и сражайся. Не стреляй. Прикольно. Так, оборонительный круг даже есть. Охренеть. Любопытная штука. Так, они могут явиться в любую минуту. Так, теперь нам нужно спрятаться. Сработала ловушка! Мы можем атаковать. Хорошо. Так, пошли, пошли, пошли. Второй отряд на нас нападает. Мы вроде как держимся, подходит еще один отряд. Ну и наша основная задача — это все-таки просто сдерживать отряды, которые на нас будут нападать. Пытаюсь вывести одного из щитоносцев, но что-то у него не сильно получается. Убить вот этот отряд! Воин умер, черт возьми. Как бы они нас еще и не разбили. Отступать нам нельзя, вот это я знаю 100%. Годрик еще держится. Ярость. Хорошо, давай использовать обилочки, которые есть. Потому что без этого, мне кажется, просто никак. Если сейчас никто не подойдет, то, в принципе, мы должны справиться. Ярость работает. Вроде бы ребята сразу начали лучше бить, больше дамаг идти. Это хорошо, что есть такие обилки. Надо будет Годрика еще выкачать. Потерянные постройки 0 из 2. Отлично, мы сберегли все подстройки. Годрик не умер. Все великолепно. Глава завершена. Ну что, друзья, с вами был Борода. На этом мы заканчиваем вторую главу. Продолжим уже завтра. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. Всем спасибо. Пока-пока.